За рулем автомобиля Татьяна Купцова уже 10 лет. Женщина почти везде едет со своим сыном. Говорит, возит его в детский сад и на дополнительные занятия только в детском кресле. Татьяна уверена, что соблюдение правил перевозки детей увеличивает их шансы не пострадать в случае аварии. Здоровье ребенка – это самое главное, что у нас есть в жизни. Жизнь ребенка, я за нее в ответственности. Я не смогу без него жить просто. В преддверии учебного года сотрудники госавтоинспекции проверили, использует ли самарский водитель детское удерживающее устройство. Мы выявили очень много, что, то есть водителей, которые действительно соблюдают эти требования. У них в машине были вот эти устройства по перевозке детей. Пообщались с этими водителями и вручили конкретные подарки. Эти подарки их очень сильно удивили. Совместно с представителями общественного совета при управлении МВД России по городу Самаре полицейские вручили водителям азбуку безопасности и сувениры их детям. Задача общественного совета – убедиться в качестве профилактической работы сотрудников госавтоинспекции. Тем, кто не соблюдал правила перевозки детей, инспекторы ДПС выписали протокол. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что перевозка детей до 12 лет в салоне автомобиля возможна только в специальном удерживающем устройстве. Никита Колосов, Григорий Пешаков, События.